Завтра футбольный клуб «Уфа» проведет ответный матч в рамках Лиги Европы с командой «Домжале». Игра в Словении начнется в 23:30 по уфимскому времени. В домашней встрече при полных трибунах на стадионе «Нефтяник» наша команда не смогла одолеть соперников, несмотря на превосходство по опасным моментам. Игра завершилась при счете 0-0. Напомню, победитель определяется по сумме двух матчей. В словенский «Домжале» отправились около 50 болельщиков из Уфы. Добраться туда оказалось непросто. Люди летят поддержать футболистов через Москву, далее Италия и только затем Словения. Повторю, начало матча в 23:30 по уфимскому времени. Болеем за наших.